Представитель Средней Азии едет на верблюде. Жарко. Ну, вот прямо из-под тюбетейки, градом. Вдруг велосипедист проезжает. Стой! Слушаю вас. Как так делаешь? Что делаю? Почему не жарко никак? Вообще тебе не жарко, мне жарко страшно. Тебе вообще никак и не жарко. Ну, что ты сравниваешь? Ты же на верблюде еле-еле прешься. Я же на велосипеде, ветром обдувает. Не понял? Я тебе проще скажу. Чем быстрее, тем прохладнее. Запомнил? Чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, привет своим. Уехал. Верблюд тоже получил по почкам. Погнал по барханам ее, как орловского рысака. 15 километров бежал верблюд, в жизни не бегал так. Не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Тот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин!